В селе Первомайском Малокорчевского района начал функционировать совершенно новый, отвечающий всем современным требованиям, парк. Здесь были благоустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны. Новое детское и спортивное оборудование позволит всем жителям села проводить свой досуг с пользой для здоровья. О новом объекте для активного отдыха расскажет Алихан Лепшоков. Еще несколько месяцев назад на этом месте был пустырь. Теперь же совершенно новый современный парк для отдыха. Жители села Первомайского здесь могут проводить свой досуг, посидеть на свежем воздухе, заниматься различными видами спорта, а дети играть на спортивной площадке. Площадь парковой зоны составляет около 5000 квадратных метров. Для 6000-го населения села это место является особенно излюбленным. В прошлом году, когда с рабочей поездкой был глава республики Рашид Борисович Тимирязев, у нас в районе жители обратились с просьбой включить нас в программу благоустройства комфортной городской среды, на что Рашид Борисович согласился и дал поручение, чтобы нас включили в программу. В прошлом году мы участвовали в этой программе, перед Новым годом мы закончили строительные работы. Также глава сельского поселения Альберт Байрамкулов отмечает, что весной будут продолжены работы по благоустройству территории парка. Будут установлены клумбы и посажены деревья. Жители села отмечают, что открытие парка стало особым событием в их жизни. Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы села Первомайская Асхат Дуюна проводит свои уроки здесь. В парке есть все необходимое – спортивное оборудование для физического развития детей. Каждый день я прихожу сюда со своим классом, мы здесь занимаемся, сначала делаем пробежечку по парку, а потом мы занимаемся на разных оборудованиях, то есть на перекладинах, на тренажерах и так далее, мы занимаемся и очень довольны этим. В современном парке также установлены пандусы и был произведен монтаж травмобезопасного резинового покрытия. Все эти условия обеспечат доступность для маломобильных групп населения. Важно отметить, что в Карачаево-Черкесии благоустраивается 9 общественных территорий, 7 из которых уже завершены строительные работы, в том числе и в данном месте досуга. Алихан Лепшоков, Зумрад Халкечева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.